Всем привет! Сегодня мы будем готовить булочки с легким вкусом Кока-Колы. Если вам нравится какой-то другой напиток, спрайт, фанта или какой-либо другой, вы можете использовать его. Итак, начинаем. Для начала добавляем в нашу мирную кружку пол-литра Кока-Колы или же другого напитка на ваш вкус. Далее добавляем 70 грамм растительного масла. И выливаем в нашу емкость, в которой мы будем замешивать тесто. После добавляем 4 столовые ложки сахара. И 1 чайную ложку соли. И все это перемешиваем. Растворив сахар, кстати говоря, напиток должен быть комнатной температуры, мы добавляем ванилин. У нас пакетик 5 граммов. Также добавляем немного муки. И перемешиваем. Далее добавляем 10 граммов разрыхлителя, 11 граммов сухих дрожжей и также продолжаем добавлять муку. Вымесив тесто до более густого состояния, мы будем его продолжать замешивать на рабочей поверхности. Для этого мы посыпаем ее мукой и выкладываем из нашей емкости тесто. И продолжаем уже замес вручную на столе. На все про все муки у нас уйдет примерно 900 грамм. Вымесив тесто примерно до вот такого состояния, смазываем растительным маслом нашу емкость, в которую мы после уберем тесто. И убираем в емкость тесто и оставляем на 1 час. Итак, тесто у нас поднялось, теперь присыпаем на рабочую поверхность мукой и достаем из емкости наше поднявшееся тесто. Как можно наблюдать, тесто довольно прилично увеличилось в размерах. Достав тесто из емкости, нужно его немного обмять. Пообмяв тесто, делим его на 12 частей. Поделив тесто на 12 частей, приступаем к формированию наших булочек. Сформировав булочку произвольной формы, мы укладываем ее на противень и продолжаем тот же процесс с остальными булочками. Сформировав все булочки, уложив их на противень, мы их накрываем и оставляем подниматься примерно на 15-20 минут. Прошло 20 минут, мы ставим духовку на разогрев до 180 градусов. А пока она разогревается, смажем поверхность наших булочек яичным желтком. И после этого убираем наши булочки в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Спустя 25 минут достаем из духовки булочки.
Как мы можем видеть, булочки получились очень красивые, румяные. Теперь мы дадим им минут 10 остыть и будем пробовать, а далее подведем итоги. Спустя 10 минут мы попробовали, что у нас получилось. Булочки получились отличные на вкус. Как можно наблюдать, они имеют красивый, приятный цвет. Из данного объема теста получается ровно 1 противень 12 булочек. Также эти булочки имеют привкус кока-колы. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч!